Ну а теперь, как можно заработать в интернете с помощью партнерки. Эта партнерская программа называется EPN Cashback. Чтобы зарегистрироваться в ней, просто перейдите по ссылке под видео и пройдете вот такую вот, в принципе, несложную регистрацию. Если вы обычный покупатель и просто хотите экономить, вам придется зарегистрироваться в кабинет кэшбэкера. Ну а если вы хотите экономить и еще плюс зарабатывать, вам придется зарегистрироваться как веб-мастер. Так как у меня уже регистрация пройдена, я сейчас пройду в свой личный кабинет и покажу, как это все происходит. Вот. Перешли, значит, мы в свой кабинет. Вот здесь вот есть график, общий график покупок, лайков и, ну, не лайков, а в общем кликов. Клики на товары. Товары я выкладываю у себя ВКонтакте. Все рыболовное. Вот, там уже почти 1000 подписчиков. И ссылка на мою группу будет также в описании. Значит, смотрим. Вот это вот синенькие, это покупки были совершенные. Я, в принципе, как новичок, я много не заработал. Всего лишь почти 2 доллара. Вот. Спускаемся ниже и смотрим. Вот здесь вот написано доход. Доход в обработке. Доход в обработке — это который уже люди, ну, в общем, уже приобрели товар. И потом он у меня перейдет вот сюда. Вот. Ну а теперь я вам покажу, как можно создавать ссылки с помощью вот этой партнерской программы. Значит, нажимаем инструменты. Здесь у меня уже креативы созданы. Их много-много можно создавать, тысячи. Это все ссылки на товары, которые я выкладывал у себя в группе. Значит, партнерская ссылка, нажимаем. Здесь ее надо будет назвать. Вот. Если не назовете, просто вы не создадите ссылку. Значит, выбираем любой товар с AliExpress. Ну, вот, допустим, первый попавшийся. Нажимаем на него. Копируем верхнюю ссылку, копируем и переходим опять заново в создание партнерской ссылки. Называем, допустим, ключ. Здесь можно выбрать, значит, офферы. Это те магазины, с которыми вы можете, в принципе, работать. Вот. Ну, так как AliExpress самая такая распространенная площадка, вот, я применяю AliExpress. Вставляем вот сюда вот нашу скопированную ссылку, нажимаем создать партнерскую ссылку. Креатив был успешно создан. И вот название этого креатива — ключ. Как ее, значит, обрезать и сделать кликабельную, то есть короткую такую ссылку. Нажимаем вот сюда, сокращение, копируем. И куда вам надо вставить, допустим, если у вас есть какой-то магазин или там группа, вставляем эту ссылку. И перейдя по этой ссылке, если человек покупает товар, вам идет от покупки товара 8%. Ну а мы идем дальше. Закрываем. Переходим в мой профиль. И вот здесь вот показаны ваши рефералы. У меня пока есть 2 реферала, так как я совсем недавно этим занимаюсь. В общем, если вы переходите по моей ссылке и регистрируетесь, вы становитесь моим рефералом. Но от вас как бы проценты не будут уходить, они будут ко мне приходить, но от вас они уходить не будут. И как бы у вас деньги забираться за счет того, что вы перешли в мои рефералы, не будут. Далее нажимаем на реферальные ссылки. Ну и дальше вы можете сами создать также реферальные ссылки. Выбрать для себя любую категорию, попочитайте. И можете под любым видео себе также поставить ссылку, чтобы человек перешел и, допустим, стал вашим рефералом. Так, значит, идем дальше. Есть 2 категории создания ссылок. Первую категорию мы создали ссылку, когда человек переходит и он видит только один товар. А можно создать, чтобы человек видел много товаров. Значит, как мы делаем? Также переходим в инструменты. Здесь у нас были
ссылки на единственный товар. Человек видел только один товар. Далее переходим в Deplink. Делаем здесь креатив на много товаров. Это получается, мы переходим в AliExpress. Видим много товаров. Вот здесь вот я перешел в электронику. Также копируем ссылку, переходим в личный кабинет. Ну, как-нибудь там называем, там, ладно, 66. Любое название, это чисто для вас будет. Что вы знаете, что вот этот товар, допустим, на этой странице купили. Вот, создаем ссылку сюда, то есть не создаем, а вставляем. Также выбираем AliExpress, Deplink, создали. Нашли его, вот 66-й. Сделали ему обрезание. Копируем короткую ссылку и вставляем куда вам также надо. Еще хотел рассказать вам про кэшбэк. Это, кто не знает, возврат денег. Кэшбэки у нас на Алиэкспрессе идут 90%. Есть приложение, значит, для браузерного расширения, есть для мобильного расширения. То есть для мобильного будет вот такой вот значок, для браузерного, в общем, просто будет написано «выбрать браузер», с помощью которого вы будете пользоваться на ПК. Ссылки на браузерное приложение и на мобильное будут в описании под видео. Далее, значит, прошли регистрацию, заходим в магазины с кэшбэком, и вот вам предоставляется очень много магазинов здесь, огромный список. Вот. И категории с кэшбэками, и сколько у них товаров именно с кэшбэками. Когда вы что-то покупаете, вам вот этот процент переходит вот сюда, то есть возврат денег у вас будет вот здесь вот числиться в вашем личном кабинете. Надеюсь, я был сегодня для вас полезен, надеюсь, вам было все понятно. Ну, а остальным покупателям с AliExpress желаю удачных покупок. Всем пока, всем счастливо.